Всем привет! Сегодня я вам расскажу про основы магии, мода Age of Calamitas и немножечко вкратце о моде. Мод Age of Calamitas – один из самых популярных и крупных модов на сегодняшний день по игре Conan Exiles. Он добавляет различные расы, облики, постройки, также добавляет возможность выбора профессии и фракции. Фракции есть двух типов – магические и немагические. К магическим фракциям относятся The Cold Embrace, Order of Ilgard и Order of Ilvenor. Немагическим – Альянсу Stormhold, Elven Covenant и Vanguul Clan. На 25 января 2021 года единственная фракция, которая не имеет возможности выучить и прокачать магию, это Альянс Stormhold. Возможно, в ближайшее время разработчик мода добавит эту возможность. В моде Age of Calamitas есть три типа магии. Высшая магия, магия крови, чародейская магия, магия арканы и элементальная магия. Магия крови – самая высокоуровневая магия в моде и имеет самый большой урон. При использовании накладывает на заклинателя эффект скверны, уменьшая показатель живучести и выносливости. Магия арканы имеет средний урон и заклинания как на ближний бой по площади, так и на дальний прицельный огонь. Некоторые заклинания позволяют ставить защитный купол, не пропускающий урон по персонажу. А некоторые заклинания могут и убить самого заклинателя. Элементальная магия или магия стихий разделяется на 4 основных элемента природы. Огонь, вода, воздух, земля. Самая простая магия в моде, как для изучения, так и для использования. И накладывает на заклинателя отрицательных эффектов. Магия в моде работает по принципу лука и стрел к нему. Магией мы называем лук, он снаряжается в слот как оружие, а есть заклинания, которые расходуются как стрелы. Магия не работает без заклинания, а заклинания не работают без магии. Заклинания и магия создаются в специальных алтарях, а алтари соответствуют типу магии. Алтарь крови, алтарь арканы и 4 элементальных алтаря. Каждый вид магии имеет 5 уровней мастерства. Можно представить их как 5 различных луков с различным уроном и пробитием. Когда вы ставите на лук стрелы, у вас к урону лука прибавляется урон стрел. Здесь принцип тот же. В магии вы прибавляете заклинание, которое имеет собственный урон. Каждый вид магии изучается по-своему, но есть и общие черты. Для того, чтобы открыть магию, вам необходимо получить навыки Ancient Arts и Mystic Attunement. Навык Ancient Arts изучается во фракциях, а навык Mystic Attunement изучается у учителя во дворце королевы-ведьмы. У него же можно купить первый том магии арканы. Все это лишь начальная информация о магии, которая есть в этом моде. В следующих видео я подробно расскажу про каждый вид магии. Как они изучаются, как прокачиваются, какой урон и пробитие имеет каждый уровень магии. И какие эффекты накладывают заклинания, а также места, где они изучаются. Если данное видео было для вас полезным, подписывайтесь, ставьте лайк и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. С вами была Гретель. Пока-пока.